Воскресенье. Потеря близкого человека всегда является тяжелым испытанием. Позвольте выразить соболезнования по поводу кончины вашей матери. Я также желаю, чтобы меня кремировали, а прах развеяли на Мон-Сен-Мишель. И выполнить последнюю волю значит хоть как-то утолить боль утраты. Все будет хорошо, Адри. Я знаю про вашу мать. Мне очень жаль. Куда мы так спешим? Мы уезжаем, не спорь. Я не обязана тебя слушаться. Но с каждым днем пребывания здесь загадок становится все больше. Что ты видела? Почему вы спросили? Некоторые люди чувствительны к особой энергетике. Ты что-то видела? Нет. Обожаю приходить сюда. Удивительное место, правда? Все рушится, когда понимаешь, что опасность уже очень близко. Девушка 16 лет, ее ударила молния. Остановка дыхания. У нее синяки на шее и на запястьях. Призрак Мон-Сен-Мишель. Воскресенье на ТВ Рус.